Что еще поймал, да? Тот же где? А, тот же. Понятно. Угу. Дмитричка, вот оттащит. Окунь. Окунь тащит. На верхнюю блесну или на низу? Блесна. Внизу, да? В нижних слоях. В нижних слоях. А я только кто снизу дерево. В нижних слоях воды поймал окуня. Вот. Сразу видно. Окунистый. Ну. Смотри, сразу видно окуниста. Окунист. Звучит не очень как-то. Кого? Окулист или окунист, окулист или харан. Дмитриевич, ты хорош, а? Сразу, опустил сразу. Видать, ждут блесны стоят. Смотри, какую щуку большую поймал, а? Вот это да. Хорошего взял. Все запутал, я восстановил легко. Вот щука подошла и сразу перестала клевать. Где щука, там сик. Угу. Быстрее, давай, быстренько. Давай, 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 быстро, быстро. Бери мою мормышку, бери, бери, бери. Вкусная мормышка, вкусная. Вот, вырезаем отверстие в полах прямо на рыбалке. Новые полы сидим, режем. Ну, круг надо чертить фломастером, чтобы ровно резать. Чтобы у вас ровно получился круг. Вот. Заглушка. Оказывается, весеннее солнце. Да? Тебе деревья клюют. Да, надо выливать ведро, потому что сейчас другое будем ставить.
Вот, слушай. Иди. Сюда, я могу пару дней нашел. Много дура за это будешь. Правильно. Дяденька, дяденька, я знаю, что у вас сломалось. Угу. Ну, дяденька, я знаю, что у вас сломалось. Буди, мальчик, не мешай. Ну, мальчик. Мальчик, мальчик, иди сюда. Иди сюда. Ну что сломалось? Что у меня сломалось? Машина! Да вот. Есть. Схватил моего чертика. Отлично. Мы тоже поймали окуня. Починим сегодня. Ой, спасибо. О. Хороший окунь. Барбекю будем делать вечером. Да. Вот. Барбекюшница есть. О, кто-то монтажа. Табуледа. Как думаешь? Табуледа. Табуледа. Все, там же полка есть же. Аккуратно, рынки. А сюда. Угу. О! Были сняли, бардазарный кельбетин. Копать. Все, Дмитрич, можно есть. Багар контура. Ага, есть. Чай? Хорошенький окушочек. Давай, дружок, сюда иди. Кожура твердая. Иди сюда. Там алгоры как до распадаются, да? Отличный окушара. Есть.
Так, пробуем окушка запеченного. Дмитрий, будешь? Да, тут будет. Говорит, не буду. Спасибо, потом пока сытый. О, подошел. Дмитрий, твой взял. Этот, трога. Я не вижу, как видно. Не, мне что-то показалось, что это сорога. О, Димона. Есть. Сорожка, сорожка это, по-моему. О, видишь. Сороженка. А как будто, видно, как будто это... Псик. Кёйлер, как видно. Кёл. А? Кёл. Так, что у нас будет? Весна двери. Крыльопыт. Дмитрий там копает в яму этот. Лунку на новом месте хочет копать. Так, запустил генератор. Сейчас попробуем, пока оборудование включится. Порыбачим. Потом мы пробуримся снаружи и попробуем постримить уже снаружи. Так, сколько дней ты еще будешь там рыбачить? И уже сегодня уезжаешь обратно? Ну я еще буду здесь. Не знаю сколько. Ну долго, наверное. Дура. Тебя. Ага. О, смотри, там щука подошла. Сейчас я ее поймаю. Где у меня блесна на щуку? Ой, быстрее. Ребята. Щука подошла. Давай. Сейчас поймаю щуку. Щуку. Ребята, тут я с Изольдой разговариваю, рыбачка. И вон она. Смотрит, сидит. Смотри, дайте сейчас выловлю. Я подсёк. О. Вытащил. Поймал, доча. Щуку поймал. Вот. Хорошая, хорошая. Ребята, я взял щуку. Тут записал, правда, но не знаю как. Отлично. Рыба есть. Можем поесть. А? Овна. Дурак. Ордо. Дмитрий, что там поймал? Рассказывай.
Ну, там они держат, да? Били рыбалки везде. По-моему, там, наверное, есть. Да, не так, я думаю. Взяли мы его, ребята. Сидел, смотрел тут передачу. И вдруг щука. Дмитрич тоже поймал. Ну, правда, окуня. Окунь. Жирненький. Хороший окунь. Так, рыба, видать, начала двигаться. Сейчас я выхожу в прямой эфир. Вот в связи с этим. Время-то. Ой. Да. Запуск трансляции. Ой, нет. Ну что это она? Дергала? Поклевка, наверное. До такой степени. Потом на повторе посмотрим. Клюстули, что? Есть маленькая поклевочка. О, первая сорожка моя. За вчерашний день. Со вчерашнего вечера. Свежий кальмар хочет. Сорта вырвал. Оказывается. Убей ее. Пока тут хлеб резал, в общем. Удочку не утащили. Чуть удочку не утащили. Хорошо, хоть она плавает. Плавающая. Не тонущие. Но. Коллекторы, эти руслодики клевели. О, клевает большой. Клевается. Большой. Вообще большой, да? Большой. Вообще хороший. Вообще здоровый же это. Эй, пахайный. Хули кровати, хули верти. Дмитрича начали ловиться вообще хорошие. Здоровый был вообще. Сорвалась. Да. Хлебят пенен, да? Вот сами адыгном, то ли? Вот тоже, чувак. Чё, барбары? Да? Есть поклевка? Да, бард. Корене барды дудим. Есть. Чего брать, Джам? Он, ну, контакт надо устанавливать. Живьем. Ну. Хам, ну, бери съесть, питать. Нормально, я вот это выберу. Просто, ну, удишка, не. У Дмитрича мормышки большие, большая клюет. У меня маленькие. Маленькие. Это маленькая клюет. Раз, о, клюет. Раз, фига, раз. Тебя клевает же. Че сидишь ты? Ну, потом. Нет, это была 100% поклевка. Кто видел поклевку? Пишите ваш комментарий и ставьте лайк.
И не забудьте подписаться на канал Инди. Вы там смотрите за похлебками. Мне некогда смотреть. Не успеваю здесь. Если что, то пишите комментарий. Дмитрий, тебя клюет. Посмотрите, Дмитрий сказал, что для хорошего улова, если вы хотите, чтобы у вас словилось, вы должны сделать площадку, чтобы туда складировать рыбу. Если чем больше площадка, тем большое количество улова оказывается. Поэтому обратите на это внимание. Если у вас не ловится, возможно, дело в этом. Не забудьте почистить площадку. Мы всегда чистим. Сейчас будем дубасить. Все. Вот удобно в тапочках. Где там? Тапочки. В тапочках удобные идти. О, Дмитрий сразу дубасить начал. Как зашел, не успел зайти. И таких дубасить. Вот это да, это что, подъязок? Вот это дубасил. Вот это да. И две площадки. Сколько там этот граммов-то? Ты блин. Мы сейчас тоже обновим маленько наживочку. Угу. Есть. Ты смотри-ка, у меня тоже как у Дмитрича заклевало. О, первый окунь за сегодня. Да, это грех-то. Красава, а? О, красава. Ай да я первого окушка взял. Ты блесна, это твой грех-то. Ляпота. Зачем блесна? На мормышке неплохо берет. Первый горбач, ребята.
Иди на площадку. Неплохо. Ребята, первый улов. Рыба есть, можем поесть. Эй, иди туда хорошенько. Есть, я окуня взял. Окуневый глаз взял, Дмитрич. Ой-ой-ой. Леска тонкая, ребята, извините. Поэтому больших окуней кое-как вытаскивать. Стой. Окуневый глаз. На. Тебе один. Приготовим мопсика, щуку сразу пустим. В общем, поднять и отпустить надо всего лишь. Иди за это туда, за то, что мне руку порезал. Плохо-то. Сторожка. Неплохая плотвичка. Кибак. Чебачок. Иди туда, чебачок. Есть. Красиво взяла. Красиво взял. Во. Вот он кальмарник аспитрепет. Я знаю теперь, как их ловить, Дмитрич. Ты молодец. Понял методику. Я так дело сидел. А, чугуны. Сейчас Дмитрий еще вот кишки вытащил, будем делать испытание. Этот осмотр желудка. Чем же питаются эти рыбы? Чем же они питаются, что так такие сытые, даже не хотят клевать? Да, Дмитрич? Ну-ка покажи-ка, что они едят. По бокам творится. Ну ничего, может фрагменты какие-нибудь найдем. Бабочки вы. Что там это? Рыба. Фрагменты рыбы, рыба. Да? Борца бабочки. Или креветки, да. Креветка, ты ходи, бабочки вы. Да, маленькие рыбки, посмотрите, вот. Значит, на маленькую блесну должен брать он. Все, у нас появилась неплохая приманка в виде чего? В виде желудка, да? В виде этого, кишки. Кишка.